Это очередь в книжном магазине за мировым бестселлером. Здесь родители школьников, которые уже несколько дней бегают по Алматы, чтобы купить своим детям учебники. Ульнар Байдарбекова уже отчаялась купить букварь дочери первоклассницы. Да, букварика вообще нигде нету абсолютно. По всему городу, ни на барахолке, ни в Тасаке, вообще весь город, все книжные магазины объехали. Дети занимаются на листочках. Сколько вот это можно? Мы целую вот неделю бегаем, ходим за этими книгами. Дефицитные учебники родители добывают буквально с боем. Там, давай здесь. Нет, очередь, которую переходит, что это такое? Я со вчерашнего дня заняла здесь очередь. Вчера тоже такая толпа людей была. Я ищу «Познание мира», издательство «Алматы Китап». Сегодня сказали, что будет поступление. Вот жду, только не знаю, будет ли этот учебник. То есть сегодня уже 6 сентября, а некоторые, много еще учеников без тетради, без учебников. Ахша будем дадить. Министерство образования говорит, что деньги выделены, и школы должны выдавать книги. Но ничего этого нет. Все, что мы видим, это очереди. Алматы не единственный город Казахстана, где родители воюют за школьные книги. Горячие точки по всей стране – на юге, западе, севере, востоке. Чиновники в ажиотаже винят самих родителей, которые, по их словам, каждый год откладывают покупку учебников до первого звонка, в надежде, что необходимые книги их детям бесплатно предоставит государство. Школы же должны выдать учебники только детям из малообеспеченных семей. В очередях стоят родители, учащихся от 3-х, 5-х, 10-х классов. На 100% в этих классах обеспечены многодетные, малообеспеченные дети бюджетников, оралманов. Тем временем отсутствие книги грозит детям первыми неудами в дневниках. Пятиклассник Арсен Кургускин – один из тех, кто чуть не стал жертвой дефицита. Меня спросили, где учебник. Я сказал, нету, не успели купить. Мне чуть не поставили двойку за это. Основные издательства, которые отвечают за выпуск учебников в Казахстане – Алматы Китап, Атамура и Мектеп. Они не комментируют ситуацию. По разным данным, дефицит возник из-за того, что 30% учебников не были напечатаны в срок. Где-то сорвали сроки поставщики, которые не довезли учебники в школы. Если такая версия, школьников в этом году стало больше и на всех книг просто не хватает. Спасибо, купила! Книжку купили и счастливый! Наконец-то нашли счастье!